Так, ну что, всем привет. Сегодня у нас 8:30 утра 6 октября. Да, запись идет, отлично. В общем, биток сходил аж практически до 16 тысяч. Я не ожидал такого полета, ну, по крайней мере, за один день. То есть, очень быстро довольно-таки мы сходили. Вчера мы сходили с 14 до 15 750. То есть, это практически на 2000, 1650, даже 660. Ну, это очень много за день. Очень сильное вчера было движение. И можно даже посмотреть, во сколько оно было. Сейчас по часовику глянем. Ну, если так посмотреть по часовику, конечно, видно, что оно было планомерное такое и не было каких-то резких скачков. Но может быть где-то вот здесь, только здесь на $400 приблизительно, это в 10 вечера по Киеву и ночью у нас пошло движение. Сегодня такая небольшая коррекция, но опять же таки заметьте, ниже 15400 мы не падаем и отката вообще никакого нету. То есть я думаю, мы вполне готовы идти еще выше. То есть на 4 часовике тоже отката никакого. Если на 15 минутке, ну да, рост у нас шел, здесь выносили по стопам, там на $600 вниз опускали. И, соответственно, до 15900 мы доходили здесь. Ну да, 15960, следующая отметка, скорее всего, такая. 16 тысяч, ну а потом, если смотреть понедельки, это у нас 16322. Почему? Потому что вот у нас была отметка, сейчас покажу. Здесь вот она, красная свеча, это 16322, потом у нас пойдет отметка 16498, ну, 16500, а потом будет 17176 и уже так далее по нарастающей, 19300 и 19798, ну, или же 20 тысяч. Поэтому пока что, опять же, вот это поджатие не было сломлено, мы закрепились свыше 14, улетели наверх до практически 16, там 15500, 15700. На данный момент отката, опять же, таки нету. Я думаю, в связи с выходными, так как на выходных, вот сегодня в пятницу, субботу, воскресенье, обычно бывают сильные движения, то я думаю, возможно, мы даже попытаемся и, может, даже перебьем 16322, 16500, ну, по крайней мере, попробуем достигнуть этого уровня. Будем наблюдать. Ну, лично мое предположение, я думаю, что биток может пока что еще пойти выше, но, опять же таки, могли всех заманить и обвалить вниже. Ну, я не отрицаю, что мы, скорее всего, можем и до 20 дойти, все может быть. Поэтому не стоит думать, что вот мы не сможем дойти до 20 тысяч долларов, все может быть. Можем дойти вообще без проблем. Просто надо наблюдать за битком в текущий момент и как он себя будет вести. Поэтому отката никакого нету, что на дневном, что на 4-часовике, что на часовике вообще, что на 15-минутке. Отката никакого нету, тренд восходящий, что локально, что глобально. И, соответственно, я думаю, до 16322 мы как минимум дойдем там сегодня, завтра, послезавтра. Потому что на выходных обычно и в пятницу, вот особенно, самые сильные движения, поэтому будем смотреть. Ну, я думаю, по крайней мере, мы можем достигнуть уровня 16500. Возможно, попытаемся перебить и закрепиться, но, опять же таки, будем смотреть. Ну, а так как отката нету, я думаю, мы пойдем еще выше. По эфиру. Росли мы уже третий день подряд, соответственно, закрепились выше $420, достигали 440. Если посмотреть на 4-часовики и на часовики, закрепились окончательно, отката нету, до уровня 420 не откатываемся, готовы идти еще выше. То есть, я думаю, следующая остановка у нас будет... сейчас посмотрим, здесь у нас было сколько, 488, где-то 84, вот где-то здесь у нас будет остановка, потом $520, если на месячном посмотреть, здесь получается у нас, да, остановка следующая будет, скорее всего, где-то 515, потом 628, где-то вот так вот, да, здесь 628.81, 628.81. Потом остановка, скорее всего, будет где-то 712.99 и потом 839.99. Ну, а потом уже по нарастающей 1000, там 1500 и так далее, 1400. Будем, опять же таки, наблюдать, смотреть, как это все будет развиваться. Ну, понятное дело, эфир идет за биткоином по XRP. Чтобы сильно не затягивать, это получается с 23 мы дошли до 25. Ну, в принципе, 26 центов пока что не перебили, ничего особенного по этой монете. Нео вчера остановил свое падение, которое у него было, и пошел в разворот, уже поднялся там приблизительно на 40 центов и пошел наверх. Пока что уровень 16750 не перебил, но я думаю, вполне может. Дальше к Ютуму. По Ютуму, кстати, что у нас здесь? По Ютуму, я думаю, может... конечно, тоже перебить уровень 2.2, но еще далековато, конечно.
Ну как, 300 пунктов, 200-300 пунктов, но все равно надо пройти этот уровень. BNB вернулся обратно за уровень 27 и готов идти выше. Дальше, Monero. Monero у нас получается по 120 долларов. Все пытается закрепиться, но какой-то тут запил уровня. Видно, что пока что выше не пускают, на удивление. Дальше, Litecoin. По Litecoin мы погнали наверх очень уже активно. Здесь с 40 мы уже выросли на 20 долларов. Ну, считаю, что на, можно даже сказать, практически 50%. Здесь, получается, мы вчера выросли с 54 до 59 на 5 долларов. Сегодня выросли на 4 доллара. Ну и, в общем, достигли отметки где-то 58. Ну, следующая отметка, скорее всего, 64 доллара. Ну, а потом уже 67 и так далее. Здесь отметка 68. 88. Если на часовике посмотреть, отката опять же таки нету никакого. Скорее всего, будем идти дальше вслед за битком. Я думаю, до 67-68 можем с легкостью дойти. Поэтому вот так вот. Дальше у нас идет Link, Chainlink. Link у нас тоже, я думаю, если биток сделает сильное движение, мы закрепимся свыше 12,5. Ну, пока что уверенно идем второй-третий день к нему. Дальше Ada Cardano. Ada Cardano у нас идет с 90 центов уже поднялась на, ну вернее, с 9 центов на 10 центов. И на данный момент тоже, скорее всего, отката никакого нету. Да, отката никакого нету. Видите, здесь консолидация, здесь тоже консолидация. Погнали наверх, отката вообще никакого. XLM Stellar. Stellar тоже погнал наверх. Здесь у нас поднялся на 1 цент. Потом здесь тоже, даже на 12 приблизительно. Ну, не на 12, на 12 пунктов, если смотреть. Ну, до 9 центов, в принципе, я думаю, тоже дойдем. По основным еще монетам Bitcoin Cash. Bitcoin Cash поднялся здесь у нас с 252 до 254. Получается где-то на 2 доллара. До 280, я думаю, тоже вполне легко дойдем, если биток пойдет выше. Там до 16 тысяч и так далее. Tezos. XTZ Tezos здесь. С 1.8 до 2.5 дойдем, не дойдем. Ну, я думаю, в принципе, можем дойти вообще без проблем. Если биток, опять же таки, свыше 16500 там и так далее закрепится. Или попытается хотя бы достичь этого уровня. Дальше, Ethereum Classic у нас здесь 4.8, я думаю, 5.32 мы легко переплюнем. Следующий уровень, скорее всего, где-то 6 долларов приблизительно, да. Где-то в районе 6 долларов, может быть, даже где-то вот здесь вот. Да, 6, в районе 6.2 доллара. Потому что тут был такой уровень поддержки 6-6,2 доллара приблизительно вот так. Дальше Dash. По Dash, чтобы не затягивать видос, здесь у нас 64 доллара, на 4 доллара поднялись. Ну, для начала надо перебить, видно, что хвосты как-то продающие. Вот. Dash тогда тоже был предвестником падения. Но я не думаю, что сейчас будет падать. Опять же таки, это ничего еще не значит. Это в моменте здесь продают и не пускают цену выше. Но это не значит, что биток вниз пойдет. Поэтому не надо полагаться на это полностью. Ну, надо сначала 70 долларов, я думаю, 70 долларов мы легко преодолеем, ну, а потом до 79, ну, до 75 как минимум, я думаю, мы дойдем, потому что тут недалеко. В принципе, что у нас еще осталось? Bitcoin Cash глянули, вет, EOS, по EOS, в принципе, закрепились выше уровня 2.4, 2.8, я думаю, 40 центов мы легко достигнем, и еще у нас монета осталась IOTA, ну, и вроде бы все, остальные я глянул. Здесь 2.4 цента. Да, по йоте вот так вот. Если посмотреть, насколько йота подросла, с 12 она подросла до 46, это получается она подросла, ну, в 3 раза, это как минимум в 3,5 даже где-то. А здесь по йоте 24, ну, 30 центов, я думаю, легко мы перебьем, тут 5 центов всего лишь добавить надо. Поэтому ничего особенного здесь. В принципе, вроде бы по всем монетам прошелся. Еще можно глянуть Waves, и Zcash, да, Zcash. Waves на самом деле надо было для инвестиций здесь покупать, ну, я тупанул, ну, ничего страшного, я думаю. Waves, я думаю, легко 3,55-3,5 доллара перебьет, потом следующая остановка, скорее всего, где-то здесь low 4 доллара, и здесь был 4,8 долларов, вот так вот. Поэтому такие дела. Здесь Tron, по Tron закрепились выше уровня 2,4 цента, 2,5 центов, 2,6, 2,7 цента легко мы переплюнем и пойдем до, я думаю, ну, до 30 центов, вернее, до 3 центов, до 3,5 попытаемся, по крайней мере, дойти. Не знаю насчет 4 центов, опять же таки, зависит от трона. И последняя монетка у нас Zcash еще осталась. Zcash, получается, вчера он был по 52 доллара, в принципе, хорошая точка покупки для инвестиций.
была. В принципе, сейчас тоже можете заходить. $5, конечно, минус уже, но если битока извернется, упадет вниз, то все равно в плане долгосрочных инвестиций довольно-таки хорошая. Здесь лоу 56.31. Я думаю, $60 мы изи перебьем, то есть очень легко. Потом 64-65. Ну и 75, я думаю, ну мы попытаемся, по крайней мере, дойти. То есть $60, я думаю, 60-64 доллара, 65 нам легко мы преодолеем. Ну а дальше же 70, там 72-75,5 надо будет уже посмотреть. Если биток там закрепится свыше 16 тысяч, опять же таки сейчас посмотрим. Если биткоин закрепляется там свыше 16322, 16500 пробивает, закрепляется, тогда монеты пойдут очень сильно вверх, и потом биткоин, скорее всего, пойдет на коррекцию, и потом уже будет альтсизон. Соответственно, это будет где-то, может быть, в конце ноября, может быть, в середине ноября. Но я думаю, скорее всего, где-то в конце ноября, ну это лично по моим подсчетам, как я считаю, и возможно даже в декабре. Возможно, в январе, в феврале. Поэтому, ну, вот именно такой мощный альтсизон. А поэтому потом все, естественно, пойдет на коррекцию, потом опять обвалится, ну, а потом дальше можно опять монеты подбирать и смотреть, как они будут отрастать летом, потому что обычно так и было. Все растет либо под Новый год, либо отрастает весной, а потом опять падает, летом отрастает, потом опять где-то под конец осени, там, в середине осени, там, в октябре, в ноябре, в декабре там уже зимой начинают падать, потом опять отрастают, потом идут на коррекцию и, соответственно, летом опять растут. Поэтому вот такая вот тенденция. Я часто замечал, вот, по крайней мере, там, в 18-м, 19-м году, даже вот в 20-м году точно так же было. Поэтому я думаю, этот год там и следующий год — это не исключение. Поэтому спасибо всем за внимание. Немного выпуск затянулся, но я думаю, я подробно разъяснил и не... скажем так, не потратил ваше время. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.